губернатор у нас тут есть. Правда, не тот. Дорогие друзья, вот я специально поднялся на эту трибуну с сумкой, не потому что мне некуда деть. С флагами выходить нельзя, а картинки на сумке пока еще никто запретить не догадался. Партия Коммунистической России, я считаю, социальной партии. Прошу не путать партии Зюганова, которая тоже уже катилась в болото от сглазательства. А высокие говорите. Я буду говорить то, о чем я считаю. Мне себе представить, меня знали, на каком месте. Я хочу подчеркнуть, что сегодня линия раздела не между верующими и неверующими, не между коммунистами и противниками. Сегодня линия раздела очень четкая. Между порядочными, честными людьми с одной стороны и бюрократией государственной и номенклатурой церковной с другой стороны. Церковные номенклатурщики на самом деле не верят ни в Бога, ни в черта. Они назвали себя наместниками Бога на земле и предают и учение Христа, и самого Христа. Я могу процитировать Евангелие от Матфея, где Христос говорил. И когда молитесь, не уподобляйтесь лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на углах улиц, а уйдите в свою комнату, закройте дверь и один на один с Отцом Небесным. Поэтому для чего им такой огромный собор, если это прямо противоречит установкам Христа? И другое Христос сказал: продай свое имение, раздай все нищим, и только тогда иди со мной. Богатому не войти в Царствие Небесное. Об этом эта номенклатура тоже забыла. Поэтому давайте не будем говорить, что миллионы верующих хотят, борьба православных и неправославных. Нет, еще раз подчеркну, борьба честных и порядочных с лицемерами, жуликами и стяжателями. И мы победим.